Сахарный диабет, или как его условно сейчас называют, болезнь 21 века, является нарушением углеводного обмена в организме человека. Глюкоза – наш основной источник энергии, и если мало заниматься спортом или вообще отсутствует какая-либо физическая нагрузка, выработанная энергия переходит уже в жировую массу, а это впоследствии может привести к сахарному диабету. У нас в Пушкино порядка 6587 больных с сахарным диабетом. Это только официальные данные, зарегистрированные пациенты, которые в регистре с сахарным диабетом. А на самом деле их гораздо больше. Есть люди, которые не обращаются, есть люди, которые не знают о своих заболеваниях. Скандинавская ходьба – это тот вид спорта, который позволяет заниматься больным сахарным диабетом оздоровительной физкультурой. При поддержке Министерства здравоохранения депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой был запущен проект по созданию школ, где используется данная методика. Мы не хотим кого-то насильно тащить. Мы хотим, чтобы люди сами перестроили свою жизнь и поняли, что это хорошо для их здоровья, потому что они худеют, у них работает и сердечно-сосудистая. Это профилактика. Трехмесячное обучение скандинавской ходьбе организовано в 10 муниципалитетах. Сначала 5 школ работали в течение июня, июля и августа. Затем занятия проводятся в августе, сентябре и октябре. На сегодняшний день обучение для летней группы, куда входил и Пушкинский район, закончилось. 27 сентября Ирина Слуцкая подвела первые итоги. На сегодняшний день мы видим их результаты. Некоторые из них даже похудели. Давление нормализовалось, уровень сахара нормализовался. 3 месяца они работали, ходили, 3 раза в неделю занимались, осваивали азы, потом уже уверенно ходили, и на сегодняшний день по окончанию этого курса все получили сертификаты. Эндокринолог Пушкинского района предварительно до обучения провел отбор пациентов. Люди с сахарным диабетом 2-го типа, имеющие осложнения, так как больны не первый год, были обследованы до начала занятий по скандинавской ходьбе и уже после завершения 3-месячного курса. Значительно улучшились все показания крови, а именно снизились вредные жиры, холестерины, улучшилась сосудистая система, снизилось артериальное давление, нормализовалось. Многие из участников, не только нашего Пушкинского района, но и Московской области, которые занимались, снизили лишние килограммы от 5 до 8 килограммов. И самое главное, что затрачивая эту энергию, нормализовывается уровень глюкозы в крови. Пациенты с сахарным диабетом дополнительно могут обследоваться в эндокринологическом лечебно-диагностическом модуле. Он работает по 2 недели в каждом районе Московской области и принимает около 30 людей в день. С 2010 года по 2 недели 6 раз в году мы проехали множество районов, не только ближних, но и отдаленных. Это своего рода приближение квалифицированной специализированной помощи к населению Московской области. В Пушкинском районе данный модуль работает на территории взрослой поликлиники с 18 сентября. Прием пациентов завершится 29 числа. Евгения Коломиец, Павел Розин, телеканал «Твой».